Итак, всем привет! Хочу снять краткий видеообзор по поводу велозащиты или замка для велосипеда, или так называемой противоугонки. В общем, называйте все, кому как нравится. Я это называю велозащитой. Вот, итак, вот мне подарили вместе с велосипедом вот такой вот трос-замок, так называемая велозащита. Вот, говорят, что все класс, все супер, никто не угонит. Сейчас помощника попрошу, как застегивается он ниже. Покажи, пожалуйста. Да, вот так вот он защелкивается автоматом, ну и через ключ снимается. Ниже. Да. Все прям серьезно. Никто ваш велосипед не угонит с такой велозащитой. Ну, вы сами понимаете, да? Вот. Меня это не устроило. Я решил сделать свою велозащиту своими руками. Для этого я купил метр цепи. Примерно 6 мм диаметра. Вот линейку положу. Кому как нравится, можете посмотреть. Да. Вот. Метр цепи запаянный. Также кислородный шланг. Вот поближе покажу. Вот. Продел это все дело и купил замок. Вот. Соответственно, моя велозащита выглядит вот таким вот образом. Сейчас напарника попрошу. Да, покажи, как застегивается. Серьезно. В общем, ребят, не знаю, как вы, я считаю, что вот это вот серьезно. Любой потенциальный вор, который захочет украсть велосипед, ну, я думаю, наверное, придется ему попыхтеть. Сейчас наведем. Специально взял кислородный шланг прозрачный, чтобы видно было, что это цепь, а не просто какая-то резина с колечками. Вот, то есть уже все видно, все понятно. Вот. И, в принципе, я считаю, что это довольно-таки может посоревноваться вот с таким вот тросом. Даже, ребят, вот есть тросы намного толще, вот они толщиной примерно как сам замок. Вот, и замок там тоже такой с автоматической защелкой, да, но вот смотрите. Собственно говоря, вот возьми плоскогубцы. Я думаю, большого ума не составит, да, взять и перекусить. Но мы этого делать не будем, так как мы этот замок повесили просто для красоты на велосипед. Вот. По сути, себестоимость. А ну, покажи, пожалуйста, этот замок. Себестоимость. Моя велозащита. Кислородный шланг 25 гривен, метр цепи 60 гривен, замок 70 гривен. То есть, по сути, 155 гривен. Вот такой вот велозамок, вот такой, поближе, стоит 120 гривен. Если брать толщиной с палец, вот примерно как сам замок, да, трос, то он стоит 350 гривен. Перекусить можно что тот, что тот. Вот это вот придется мучиться, ну, прилично. Поэтому всем рекомендую. Так себе лайфхак своими руками. А там смотрите сами. Можете цеплять вот этот замок или смастерить сами. По себестоимости он выходит намного дешевле, но внушает больше доверия, нежели вот эта вот китайская, ну я не знаю, велозащита, в кавычечках. Все, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии, по возможности будем на них отвечать.